Мечей напугал пожар на Кировской свалке. Столбы дыма были отчетливо видны за несколько километров от очага. Пользователи соцсетей сообщили о возгорании еще утром. Едкий дым окутал территорию рядом с полигоном бытовых отходов. Пока не ясно, как это отразится на экологической ситуации в городе и есть ли опасность для здоровья мечей. Пояснить причину пожара на месте работники свалки не захотели. Здравствуйте. Здравствуйте. Продвижение телеканала. Скажите, пожалуйста, а что вот тут горит у вас? В связи с чем? На место были высланы силы МЧС России. Прибывшие силы обнаружили в ходе разведки, что передвижение пожарно-спасательной техники по территории полигона затруднено из-за особенностей объекта. На полигоне происходит тушение силами собственника объекта при помощи высокопроходимой инженерной техники.